У нас есть проблема. И это не те заболевания, которые ты назвала. Это ввиду недоношенности, но это не аутизм. Это называется синдром Аспергера. Его поставили не так давно. Это иногда зацикленность на предмете. Это, кстати, она у меня тоже есть. Это необходимость что-то вертеть в руках. И эмоционально вообще не было готовности к любым переживаниям. Когда она слышала мои грустные песни, она могла стоять за кулисами и плакать. И мамочке больно, мамочке больно. Она была совсем маленькая.